В Одессе суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в деле о похищении народного депутата Алексея Гончаренко. Главный из фигурантов, по данным следствия, Александр Кушнарев, депутат Лиманского райсовета Одесской области. Ему, а также еще одному одесситу Анатолию Слободяннику, инкриминирует разжигание межнациональной розни, покушение на жизнь государственного деятеля, попытку похищения человека и пропаганду войны. Обоих суд оставил под стражей в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога. Еще один подозреваемый отправлен под домашний арест. Аргументы представителей прокуратуры по поводу меры пресечения во всех 3 случаях узнать не удалось, так как по их же требованию заседания были закрытыми для прессы. Кушнарев и Слободянник отрицают, что собирались похитить Гончаренко и, как утверждают в СБУ, лишить его зрения с помощью кислоты и выбить коленные чашечки. Адвокат Кушнарева говорит, вся эта история была спланированной провокационной операцией спецслужб. Шла запланированная инсценировка преступления именно в отношении этого лица для дискредитации, ну и создания какого-то пиар-образа для заинтересованных лиц. Позиція захисту, вона має право на існування. За результатами проведення досудового розслідування буде прийняте рішення, яке буде відповідати повному об'єму досудового розслідування. Олександр Віталійович Кушнарьов – це наш однопартієць, наш соратник. Я знаю его как достойного человека. А что говорить о достоинстве тех людей, которые пытаются сыграть на чувствах отца, который потерял сына? Говорить не приходится. Я считаю, что это очередная провокация власти, которая направлена на то, чтобы отвлекать людей от экономических проблем. Эта власть желает править на крови. Преступления 2 мая не раскрыты и нет никакой попытки к их реальному раскрытию. А определенные депутаты ищут очередной возможности попиариться.